К месту происшествия выдвинулись 9 спасателей, в том числе медик. Пострадавшего обнаружили, оказали первую помощь, наложили шины, фиксирующие повязки, и согрели его. По характеру травм было подозрение на перелом ноги, руки, ребер, черепно-мозговую травму. Пострадавший находился в труднодоступном месте, на скальной полочке. Подход к нему был возможен только со стороны реки. Эвакуировать его наверх не представлялось возможным из-за сложного рельефа. Утром 12 октября бортом Ми-8 авиационно-спасательного центра в район поселка Ажек вылетело еще 12 спасателей, из них 2 медика. Было решено сплавлять пострадавшего по каньону вдоль русла реки. Мужчину транспортировали на носилках и надувных гермомешках. На одних участках его сплавляли, на других из-за выступающих скал переносили над водой. Длина маршрута составила около 150 метров. Час ушел на подготовку и час на транспортировку к месту посадки вертолета. Связи в районе поисково-спасательных работ не было. Поднявшись выше на хребет, спасатели организовали связь с ретранслятором на соседнем хребте, где связист передавал оперативную информацию на базу. Получив координаты, в 15:20 экипаж вертолета вылетел к месту нахождения спасателей и пострадавшего. В 16:30 вечера вертолет вылетел на базу. В Сочи мужчину сразу же передали бригаде скорой помощи.